11 дней до старта чемпионата Европы 2020. 11 раз весь пьедестал чемпионата Европы в скорости занимали спортсмены из стран бывшего СССР. 6 раз это делали мужчины и 5 раз женщины. Это было на 5 турнирах подряд с 2000 по 2008 год. И затем еще на 2, в 2017 и 2019 годах. Приходи поболеть за лучших скалолазов континента на чемпионате Европы, который пройдет с 21 по 28 ноября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Возьми маску и, соблюдая социальную дистанцию, приходи поддержать лучших скалолазов континента или присоединяйся к онлайн-трансляции. Всем спорт! Будь выше!